Я более чем уверен, что человек, который выйдет сейчас на сцену, следом за мной. Вот как бы ни случился здесь потоп, серьезно, потоп из чувственных женских и скупых мужских слез. И я не шучу, это не сарказм, я восхищаюсь этим человеком, серьезно. Обладатель потрясающего тембра. Просто настоящий, настоящий итальянский грузин, который, между прочим, умеет танцевать лезгинку. Мы с ним это сегодня уточнили в гримерке. Человек, с которым я 8,5 часов летел в самолете, рядом на одних сиденьях. Это было незабываемо. Торники любят сканворды, если что. Дамы и господа! Как его назвала Полина Сергеевна Гагарина, покоритель женских сердец, сейчас голосом Нагиба, покоритель женских сердец, обладатель самого большого количества просмотров на Ютубе, певец, борец и просто молодец, Турники Крепетяне! Добрый вечер, жители прекрасного города Хабаровск. Как же тебя встретили и меня. Прям очень приятно, правда? Спасибо огромное.
Спасибо большое. Именно эта песня помогла мне пройти слепые прослушивания, когда на последних секундах повернулись Гагарина с Биланом. Ну и, в общем, повезло мне очень в этой жизни. Не знаю за что, но спасибо Богу и спасибо вам всем, что за меня болели, переживали. Очень мне приятно.
Спасибо. Спели Иглесиас младшего, настало старшего. Никогда бы не подумал, что буду петь на испанском. Я это уже вчера во Владивостоке говорил. Как мне Билан говорит, ой, вот, будешь эту песню петь в этапах нокаута. И, в общем, делал вид, как будто понимаю, о чем пою, кривлялся. Тут ты джебарас, как будто понимаю, что это значит. Но я прочитал перевод, это о любви, называется песня «Образами», переводится «Обними меня». Спасибо. Y me acuerdo
espera que vuelva. Ну и напоследок о грустном хочу просто сказать: помолимся за родителей. Я отбил взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать, тайну рассказать. Вы простите мне разлуки грешность, время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность, они из детства моего, помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, и в душу свечами согрей, помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я давно мудрее стал и старше, но лишь сейчас одно постиг, истину постиг. Дай вам Бог уйти минуты раньше, своих детей давно седых, нас давно седых. Простите мне разлуки грешность, время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность, они из детства моего, помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, и в душе свечами согрей, помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелов нашим хранителям.
когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети. Огромнейшее вам всем спасибо. Если честно, меня прям, ну, можно сказать, попросили участвовать в туре, и я долго думал. Сейчас хочу себе вопрос задать. Да что ты думал, когда тебя вот так ждут? Когда так встречают? Правда. Спасибо вам всем. Спасибо. Считайте, что я вас каждого обнял и сказал вам каждому спасибо. Им тоже, пожалуйста. Они заслужили. Наш звукорежиссер просил не объявлять его, но я объявлю. Максим, спасибо тебе. Все, что вы слушаете, это прям... Следующий участник. Ух, какой энергичный. Правда, я из-за него вылетел с проекта. И Олег, кто был до меня... Но никакой обиды, мы, правда, друзья. Самый энергичный из команды Димы. Встречайте, мой друг Кайрат Примбердиев.